Встречаться в дни зимних каникул для учащихся детской школы искусств номер 2 стало доброй традицией. Проходят святочные посиделки здесь около 20 лет. Святки – это время от Рождества до Крещения. Длятся они ровно 12 дней по количеству месяцев в году. В святке принято колядовать, танцевать, петь, веселиться, ходить в гости друг к другу. Музыкальный фольклор есть. Очень много мероприятий. Одно из самых любимейших мероприятий и праздников народного календаря – это святочные посиделки. Когда мы собираемся всей семьей единой, да, и горожане приходят, мы рассказываем о празднике, мы играем, мы гадаем. И на сцену выходят вместе с детьми и родители. Узнать, каким будет твой суженый, отгадать интересную загадку или спеть звучную колядку. Активное участие в посиделках принимали и родители, и педагоги. На сцену вышли также самые маленькие участники – вокальный ансамбль «Бусинки». К празднику присоединились и выпускники школы. Я очень люблю этот праздник за то, что мы окунаемся в традиции, сохраняем их, передаем из поколения в поколение. Я считаю, что это очень важно в наше время, чтобы люди помнили и ценили. Из года в год мы приносим этот праздник людям, собираем гостей на базе школы искусств и танцуем, пляшем, играем, поем. Хорошо, все замечательно. Ирина, как всегда, в ударе. Детки вообще прелесть. Все понравилось. Впечатление замечательное. Очень хорошо, что у нас есть возможность вот такие праздники устраивать для наших детей. Это прям счастье большое. Самое главное, что мне понравилось, это основная тема. Ведущая говорила о том, что мы должны придерживаться и вспоминать свои традиции. Традиции не должны уходить никогда. Завершили праздник в мастерских Деда Мороза. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.